Оставайтесь с нами, подпишитесь на наш канал, тут много интересного. В этом мастер-классе мы покажем процесс изготовления простой объемной аппликации с лягушкой, которую сделаем из бумаги. Для создания такой аппликации мы взяли бумагу голубого, белого, светло-зеленого и темно-зеленого цвета, фломастеры голубого, зеленого и черного цвета, циркуль, ножницы, клей. Фоном для нашей аппликации будет лист голубой бумаги, на котором мы нарисуем фломастером волны. Теперь сделаем листочек кувшинки. Для этого нам потребуется из темно-зеленой бумаги вырезать большой круг. Ножницами у этого круга вырезаем небольшой сегмент. Лист кувшинки готов. Приклеиваем его на голубой фон нашей аппликации. Далее займемся изготовлением лягушки. Для этого из светло-зеленой бумаги вырезаем небольшой квадрат. Складываем его по диагонали. В основании данного треугольника наметим серединку. Ориентируясь на нее, загнем симметрично уголки вниз следующим образом. Вершину уголка загибаем. На этом месте мы будем формировать мордочку лягушки. Подгибаем загнутые уголки внутрь и переворачиваем заготовку другой стороной. Из белой бумаги делаем глазки для лягушки. Приклеиваем их на светло-зеленую заготовку. Добавляем узкий язычок, вырезанный из красной бумаги. Осталось немного оформить лягушку с помощью зеленого фломастера. Наша объемная аппликация «Лягушка на кувшинке» готова. Внимание! Загляните к нам на сайт или Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на канал. Большое вам спасибо за лайки. Все ссылки под видео. До новых встреч!